Привет! И вы на канале «Картина маслом». Я художник-свинар Оксана. И сегодня я покажу вам свою новую работу. Никуда не могу деться от закатов. Писала опять способом интуитивная живопись. И самопроизвольно у меня получился опять закат. Закат, море, солнце, песок, пальмы, скалы. На самом деле был подмалевок такой рельефный под этой картиной. И вот он прослеживается мазки. Если смотреть сбоку, очень интересная фактура. Работа получилась необычной. Очень яркая, красочная. Я думаю, что картина дарит теплое настроение, настроение отпускное, теплое, радостное, свежее. Написано на оргалите масляными красками 40/50. Ну и всем хорошего настроения, удачи. Пишите вместе со мной, оставайтесь на моем канале. Всем пока!